Во Франции на автодроме Поль-Рикар состоялась 6-часовая гонка 3-го этапа Кубка на выносливость Бланпа GT. Экипаж команды SMP Racing, выступающий на автомобиле Ferrari 488 GT3 в составе Михаила Алешина, Давида Ригона и Мигеля Малины, поднялся в ней на вторую ступень подиума. Начал гонку Михаил Алешин. Ему удался хороший старт, но машина российской команды столкнулась с автомобилем соперника. Михаилу пришлось заехать на незапланированный пит-стоп для замены бампера. Несмотря на потерянное время, экипажу SMP Racing вскоре удалось выйти на первое место и долгое время лидировать в заезде. Однако во время последнего пит-стопа возникла техническая проблема, за которую судьи назначили экипажу проезд по пит-лейн. И в результате автомобиль SMP Racing финишировал в гонке на второй позиции. По итогу трех этапов экипаж SMP Racing вышел в лидеры общего зачета. Мы включились в борьбу за чемпионат. По очкам у нас все в порядке. Спасибо вам большое, что нас поддерживаете, болеете. Поздравляю всех SMP Racing. Абсолютно всех, кто нас смотрит, переживает. Так что работать дальше. Другой пилот SMP Racing Денис Булатов в составе экипажа команды Rinaldi Racing стал четвертым в зачете Silver и 16-м в генеральной классификации гонки. Роль следующего, 4-го этапа Бланпа GT сыграет суточная гонка 24 часа СПА, которая состоится в конце июля в Бельгии. Российское представительство Volvo открыло прием заказов на новейший седан S60. Импортировать к нам будут машины американского производства. Силовых агрегатов два, и оба чисто бензиновые. Переднеприводная версия T4 оснащена 2-литровым бензиновым мотором и передним приводом. Полный привод предполагает тот же двигатель, но форсированный до 249 лошадиных сил.